Конец года – это не только предпраздничная суета, но и подведение итогов. Вот и наши коллеги с Таванрадио готовятся подвести итоги акции, за которой следили не только взрослые радиослушатели, но и их дети. Веселые конкурсы, рождественские песни и сказочные персонажи, знакомые с детства. В преддверии Нового года эфирная студия превратилась в волшебную сказку. Главными виновниками торжества стали 9 пар Дедов Морозов и Снегурочек, которые весь декабрь вместе с ведущими развлекали радиослушателей. Кто-то рассказывал стихи, кто-то пел песни, кто-то читал рэп. Было очень сложно выбрать самого достойного и самого лучшего участника, самого лучшего Деда Мороза. Ну и очаровательные Снегурочки тоже покоряли нас своей красотой и своим весельем. Все очень классно выступали, очень рады были тому, что они создавали нам весь декабрь новогоднее настроение. Участников много, а приз по-прежнему один. Лучших из лучших выбирали радиослушатели путем голосования в официальной группе «Будильников» ВКонтакте. Голосование завершено, однако интрига будет сохранена вплоть до 31 декабря. Дмитрий Шараб и Нелли Светлова объявят победителей в утреннем выпуске «Будильников шоу». Дарина Игнатьева, Евгений Анисимов, Республика. Просто Снегурочка была.